То, о чем вы сейчас услышите, произошло в Англии в 20-е годы 18 века. Представьте себе Лондон, свинцовую ленту Темзы, сотни кораблей на морском рейде. Над Лондоном шумит ливень. Струи воды бегут по водосточным желобам, бьют в стекла окон, ледяными каплями стекают прохожим за воротники. В такую погоду многие предпочитают сидеть дома возле камина, в котором жарко пылают дрова, и слушать, как за окном шумит непогода. Но вот юная Илоретта, которой суждено стать героиней нашего рассказа, по-видимому, чувствует себя дома не очень хорошо. Ведь в этот час на дальней городской окраине Лоретту нетерпеливо поджидает ее возлюбленный, тот, кому навеки отдано ее сердце. В дорожном платье и накинутом на плечи плаще застыла она у окна, не замечая своей верной служанки Клариды, в волнении остановившейся у дверей с узелком в руках. В узелке свадебное платье ее госпожи. А за окном льет дождь и заунывно гудит ветер. Шумит ли ветер за окном, дрожат в саду листы. Они мне шепчут об одном, повсюду ты один, лишь ты. Нет безумной затеи Клариды, ей-богу, отдаться во власть мужчине. Ой, меня в дрожь бросает при одной только мысли об этом. Поначалу-то оно, верно, страшновато. Но да муж, что твое пугало? Когда его узнаешь по-настоящему, куда и страх девался? А что, как муж окажется плохой? Тогда его и сударыня должны оказаться не лучше его. Ну, а если бы ты была влюблена в своего мужа? А я и любила его, сударыня, покуда он этого стоил. Так ведь любовь, что твой огонь без топлива гаснет. Нет, моему Константу можно верить. По-моему, если любишь, так уж верь своему милому, хотя бы даже знал, что он тебе врет. Ах, Кларида, легче горы сдвинуть, чем женскую любовь. А гора, ты глядишь, на песке. Нет, любовь всегда любовь, кого бы мы ни любили. Подчас приписываешь своему милому такие достоинства, каких у него нет и в помине. А потом и влюбишься в свою выдумку. Любовь не требует никаких доказательств. Теперь судьба у нас одна, одни у нас мечты. И вновь душа тобой полна, повсюду ты один, лишь ты. И знает сердце, что сильней упрямой гордости моей. Один лишь ты. Насколько я могу судить о мужчинах, сударыня, а опыт у меня, по чести сказать, немалый, капитан Констант обладает всеми качествами, о которых может мечтать женщина. Молод, статен, с лица красив, любезен и такой, что уж никогда не изменит. Ой. К тому же, говоря, отец и идет. И пошли, и пошли. Тик-так, тик-так, тик-так.
как часы. Ну, что вы там замышляете? Известное дело, где встретятся две женщины, так там и жди беды. Напротив того, мистер политик, по-моему, мужчины и женщины самые подходящие пара. Ты что? И дочери моей проповедуешь такую же мудрость. Право, папенька, в том нет нужды. У меня и у самой те же мысли. Скажите, пожалуйста. Ну, да в этом деле я не дам тебе воли. Посмотрим. Я думаю, у самого кардинала меньше забот, чем у меня с этой девчонкой. Один из древних мудрецов говорил, что легче управлять королевством, чем собой. Я же скажу, что управлять женщиной труднее, чем 20 королевствами. Право, папенька, было бы лучше, если бы вы поменьше заботились о кардиналах и королевствах и занялись бы своими делами. Какой дурак вбил тебе в голову эти глупости? Да чего же ты заблуждаешься, дитя мое? Погоди, ты еще доживешь до того, что твой отец станет одним из величайших людей Англии? Да. Не я ли пророчил во время осады Гибралтара, что не далее, как через 3 года выяснится, чего нам ждать? Мира или войны? Что? Ну нет, твой отец невежда. Твой отец ничего не смыслит. И зачем только он забросил свою торговлю? Не так ли? Ну а что в таком случае сталось бы со всеми моими проектами? Позвольте вас спросить. Вот, у меня 20 различных проектов, которые я намерен представить в парламент. Вот. Они должны принести мне бессмертную славу, а моему отечеству неоценимые блага. Да знаешь ли ты, что я изобрел способ погасить весь наш государственный долг, не тратя при этом ни гроша? А в чем, ты спросишь, состоит мой проект? Да просто-напросто в том, чтобы соорудить машину, которая проволокла бы наши корабли по суше на протяжении 100 миль. Таким образом, мы могли вести торговлю с Ост-Индией через Средиземное море. Желаю вам успеха, сударь. Кларида, однако, становится поздно. Да, сударыня. Покойной ночи, папенька. Покойной ночи, доченька. Покойной ночи. Вот военные приготовления турок не дают мне покоя. Хотел бы я знать, каковы их намерения. Если турецкие галеры проникнут в проливы, беды не оберешься. Могу только сказать, что не хотел бы дожить до этого черного дня. И Лоретта, сопровождаемая Кларидой, тихо спустилась по скрипучей лестнице, миновала слугу, мирно дремлющего в прихожей, осторожно приоткрыла массивную дверь и проскользнула на улицу. В ночь, в дождь, в туман, навстречу любви, жизни, навстречу счастью. Опередим наших беглянок, свернем в узкую улочку, пройдем по крутому мосту и остановимся возле маленького портового кабачка. Здесь нам предстоит познакомиться с новым героем нашей истории. Вот он, вот, молодой стройный моряк Рэмбо. Он только что выбежал из кабачка. А в это время на мосту появилась и Лоретта. Она испуганно озирается по сторонам. Надо же было случиться такому несчастью. Потерять свою служанку в потасовке и не знать, где тот дом, куда я должна идти. Клянусь, приключение. Ну что мне делать? Сударыня! Ой, Боже мой, кто вы такой, сударь? Кавалер, сударыня.
рыцарь, странствующий по свету в поисках приключений. Сударь, искатель приключений. Да. Разрешите пожелать вам достойного успеха? Не, позвольте, сударыня, я только что отправился в свой путь, и вы и есть первое приключение, которое я встретил. Нет, нет, умоляю вас, отпустите меня, сударь. Мне не о чем говорить с человеком вашей профессии. Сударыня, если не ошибаюсь, у нас профессии родственные, а? Вы не трезвый, сударь, и, вероятно, не знаете, с кем вы имеете дело. Что мне за дело до твоего положения? Сударь. Да? Ваша наружность говорит о том, что вы порядочный человек. Сударь! И я убеждена, что всему виной досадное недоразумение. Да? Я понимаю, что несколько странно встретить ночью на улице в такой час порядочную женщину. Вот что странно, то странно. Но я не сомневаюсь, после того, как вы узнаете, как я очутилась в подобном положении, вы сами захотите мне помочь. Ну-ну, ну-ка. Нынешней ночью? Да. Я убежала из родительского дома. Я шла, чтобы верить свою судьбу возлюбленному. Так. Меня сопровождала служанка. Да. Как вдруг мы видим на улице драка. О, какая нежная ручка. Сударь, мы разбежались в испуге и потеряли друг дружку. Я полагаюсь на ваше великодушие. Вы же не захотите оставить женщину в беде. Вызволите меня, и вы можете рассчитывать не только на мою благодарность, но и на благодарность одного весьма достойного джентльмена. Покорнейший слуга достойнейшего джентльмена. Однако вы слишком по сердцу пришлись мне самому, сударыня, чтобы я стал беречь вас для другого. Так что, кто бы вы ни были, а вам придется распить со мной бутылочку в соседнем кабачке. Есть только один способ от него отвязаться. Выйдите вон в тот кабачок за углом. А я за вами. Помилуйте, сударыня, как можно. С вашего позволения, я за вами. Нет, я требую, чтобы вы шли впереди. Ну да, чтобы оставить меня в дураках. Ну, довольно разговор. Если вы такая знатная особа, что вас непременно нужно носить на руках, извольте, я готов. Я закричу караул. О, неужто ты такая злюка? А, впрочем, я привык к опасностям. Но с... Караул! Что? Караул, помогите! Тихо, тихо! Люди на могут помощь! Подумать, что это всерьез. На помощь! Ну что? Да подожди! Вот он! Хватайте его! Вы обвиняете этого джентльмена в совершении насилия над вами, сударыня? Ах, сударь! Я вне себя от страха. Дело ясное, насилие налицо. Что? О, Боже, мистер Констебль, я прошу лишь о том, чтобы вы проводили меня домой. Не беспокойтесь, милые, мы не оставим вас без свидетелей. Ведите их. Мистер Констебль, я обвиняю эту женщину в том, что она меня хотела обесчестить. Да-да, в то время, как я мирно прохаживался по улице. Он мерзавец. Да-да, сударыня. Пусть ваш пример послужит уроком для других. Хороши наши законы, если трезвому человеку нет на улице прохода от женщины. Ради бога, сударь, не верьте ему. К сожалению, сударыня, так как мы имеем всего лишь голословные заявления обеих сторон, мы не можем решать, кто из вас прав, кто виноват. Ага. Это выяснится лишь к утру, после того, как мы наведем о вас справки. Вот. Нужно же было свалиться такой беде на голову честной женщины. Если вы в самом деле честная женщина... Этого джентльмена повесят за попытку лишить вас чести. Что? Если же нет, вас отстегают плетьми за то, что вы обвинили этого джентльмена в похищении того, чего вас невозможно похитить. Всему виной мой испуг. Право, мистер Констебль. Я готова отказаться от своего обвинения, лишь бы вы отпустили меня. Подобная просьба, сударыня, лишняя улика против вас. А? Шило в мешке не утаишь. Ведите их! Мистер Констебль, а по-моему, она похожа на порядочную. Черт бы побрал всех порядочных женщин. С ними только свяжись. Как раз угодишь либо под венец, либо в петлю. Если от злой несварливой жены ты улизнуть не смог, не смог. К черту грустить, все пути не длинны.
если ведут кабачок, чук-чук. К черту грустит, все пути не длины, если ведут кабачок, чук-чук. По мобосту стоит, храня геройский вид, грозная стража, храбрая стража, каждую среду трезвая даже. Пока констебли, три мрачных стража, грозно подняв алебарды, вели арестованных в святилище правосудия, дом мирового судьи Сквизма, наступило утро. Нам следует на время покинуть Илорету и ее спутников и заглянуть к судье, ведь кто знает, что ждет Илорету, когда она предстанет перед его грозными очами. Войдем в дом судьи, в грязную приемную с липкими стенами, где судья Сквизм, маленький паукообразный старик, и его секретарь мистер Куилл, уродливое существо крысиного вида, готовится вершить суд и расправу. За раскрытыми дверями приемной видны роскошные покои судейского дома. Там безраздельно властвует миссис Сквизм, обезьяноподобная особа, приводящая в трепет не только слуг, но и самого хозяина. Сейчас миссис Сквизм занята утренним туалетом, а судья и его секретарь беседуют в приемной об извилистых дорогах и тропинках, по которым шествует богиня правосудия. Так сегодня Билькем отказывается мне платить, ты говоришь? Так точно, сударь. Я, говорит, гроша ломаного не дам за его, то есть за ваше покровительство. Потому, говорит, на те деньги, которые он, то есть вы, перебрал у меня за 3 месяца, можно купить парочку присяжных на весь год. Отлично, отлично. Я ей покажу, что и я умею обращаться с присяжными. Куил, сударь, сделай-ка памятку на деле сегодня Билькем, для того, чтобы заручиться присяжными из списка номер 3, когда начнут разбирать ее дело. Так. Там все люди надежные, верные. Их не собьешь никакими уликами. Они слушают только меня. Тут некто мистер Снэп, помощник пристава, арендовал дом, открыл торговлю. Он просит иметь его в виду, если где окажется свободное местечко присяжного. Занеси его в список номер 2. Там, кажется, половина присяжных помощники пристава. Закон, слава богу, не запрещает этим разбойникам... Закон, сударь, запрещает разбойникам быть присяжными, но не запрещает присяжным быть разбойниками. Вот что, Куил, подыскивай кандидатов для списка номер 1. На ближайшей сессии многих отправят на виселицу, и у нас откроются вакансии. Ваша правда, сударь. Этому списку как-то особенно не повезло. На моей памяти 2 обновлялся весь состав. Всех перевешали. Бедняги, что и говорить. Бедняги. Все мы под Богом ходим. Кто желает процветать на этом свете, не должен бояться, что его отправят на тот. Хочешь пробиться в люди, не бойся скамьи подсудимых. Она для тебя то же самое, что для солдата, поле битвы. Тут та же война. А сколько великих жизней загубила петля. Мистер Став, констебль по наблюдению за нравственностью вернулся из обхода, сударь. Дозвольте доложить, ваша милость. Да. Сегодня мы подкрались к игорному дому в том переулке и задержали там 6 игроков. 2 предъявили нам бумагу с вашей подписью, и мы их отпустили. А кто остальные? Отставной офицер, помощник стряпчего и 2 молодых правоведа.
Офицера истряпчего можешь отпустить. У офицеров нет денег, а судейские ни за что с ними не расстанутся. А молодых джентльменов поддержим. Разумно ли, ваша милость, лезть в пасть крокодила? Ах, сударь, они ходят в кружевах и не хуже знатных лордов. Да почему? Не бойся ты адвоката в кружевах. Тот, кто начинает карьеру в кружевах, кончает ее в лохмотьях. Кроме того, сударь, мы подкрались к другому игорному дому. Да. К тому самому, о котором ваша милость сказала. Ну-ну-ну. И уже с улицы услышали стук игральных костей. Ага. Увидев, однако, у подъезда две кареты с гербами, так, мы предпочли не входить. И правильно сделали. Закон устроен наподобие тех дорожных застав, где пешему нет прохода, а каретам с гербами, пожалуйста, проезжай никаких. Кроме того, сударь, нами задержан некто по обвинению в насилии над женщиной. Сударь! Что за птица? Да по всему, видать, крупная. Разговаривает по-французски, поет по-итальянски, ругается по-английски. Богат? Не думаю, нам не удалось слышать с него ни полушки. Значит, богат. Так вот, у нас одно затруднение. Какое? Женщина отказывается присягнуть против него. Ну, это не беда. У меня присягнет. Скажет все, что мне будет угодно. Какого она звания? Да как будто из уличных суд. Ну, если так присягнет. А это скажет ровно столько, сколько нужно будет, чтобы припугнуть молодца и заставить его раскошелиться. Ведь тогда-то и ей перепадет кое-что. Подите-ка, приведите их сюда. Слушай, ваша милость. Слушай, ваша милость. Просила вас закончить все ваши грязные дела к 12 часам и не позднее. Мне надо, чтобы с этого времени дом был в моем распоряжении. Слушаю, милая, будет исполнено. Вы, в свою очередь, не разрешите ли мне воспользоваться этак через час нашей каретой? Она самой мне будет нужна. В таком случае мне придется взять коляску. А я еще не решила окончательно, поеду ли я в коляске или в карете, поэтому я не могу вам предоставить ни той, ни другой. Хорошо, дорогая, отлично. Пусть будет по-вашему. Я только об одном бы хотел бы вас спросить. О чем? Нельзя ли нам сегодня пообедать часиком раньше? Невозможно. Почему? Как раз сегодня наш обед будет часиком позже. Мне до зарезу необходимо побывать на торгах. Я приглядела там одну фарфоровую вазочку. Она обойдется мне всего в какую-нибудь сотню геней. Дайте мне, дружок, эти деньги. Что, Гене? Да. За какую-то вазочку? Да пропади они пропадом. Я не желаю больше потакать вашей расточительности. А я и не прошу вас потакать моей расточительности. Но только знайте, дорогой мой, если еще когда-нибудь из-за такой мелочи вы позволите себе попрекнуть меня в расточительности, я стану мстить. Я вас уничтожу, я выведу вас на чистую воду, я разоблачу все ваши ночные проделки, я расскажу, что вы покровительствуете притоном разврата, подкупаете присяжных, берете процент со стряпчих, словом, я обнаружу всю цепь ваших мошеннических махинаций. Если вы не будете давать мне столько, сколько мне надо, я поспешу, наконец, овдоветь. Хорошо, дорогая, на этот раз я вам уступлю. Меня поймут лишь только птички. Доверьте свой кошелек вору или стряпчему, свое здоровье врачу, но никогда не доверяйте своей тайной жене. Ей только дай кончик веревки, уж будьте покойны, она вас повесит. Куил! Сударь! Мантию! Парик! Ведите арестованных. Так, сударь. Вот.
Амин. Ваша милость, вот джентльмен, который вчера вечером совершил насилие над этой девицей. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Дитя мое, это вас он хотел оскорбить. Сударь, мне не в чем обвинить этого джентльмена. И я прошу вас возвратить нам обоим свободу. Вчера вечером он показался мне слишком развязным. Я обратилась вот к этим людям за помощью. А теперь мы попали к ним в руки и никак не можем вырваться на волю. Они исполняют только свой долг, сударыня. Их дело задерживать, а освобождать лишь в нашей власти. Сударь, позвольте мне... Я бы попросил нас не перебивать. Послушайте, милая, если этот джентльмен поступил с вами дурно, не давайте вашей скромности стоять на пути правосудия. Да нет, уверяю вас, сударь, он ни в чем не повинен. Мистер Стаф, что вы имеете по этому поводу сказать? Ваша милость, ваша милость, я своими собственными глазами видел, как задержанный вел себя самым непристойным образом. Сударь. И своими собственными ушами слышал, как эта женщина кричала, что он хочет ее погубить. Нехорошо, нехорошо, дитя мое. Нехорошо. Неужели вы не согласитесь присягнуть? Ни за что на свете, сударь. Но я присягну кое в чем другом. Если вы не отпустите нас тотчас. Если вы отказываетесь принести присягу сейчас, нам придется держать этого человека за решеткой, пока вы не согласитесь. Ваша милость, если она и откажется, наших показаний будет довольно, чтобы засудить его. Вот это мне нравится, ей-богу. Да этот судья почище великого инквизитора. Послушайте, грозный судья, чем это я вам так насолил, что вы готовы привязать вот эту даму к позорному столбу, а меня вознести еще выше? Вы только взгляните на эту физиономию, моя дорогая. Что? Ведь на ней так и написано: соблазнитель. Сударь, стоит только взглянуть на вас, и любой судья повесит вас без всяких улик. Вот это какие-то молодчики и вбивают клин между мужем и женой. Вот из-за них-то и не переводятся такие слова, как рогоносец. А я что-то не припомню, сударь, что вас лично наградил этой почтенной кличкой. Мне совершенно непонятно, что вас так ожесточило против меня. Куда как учтиво, сударь, в моем присутствии говорить, что мой муж может стать рогоносцем. Прошу прощения, сударыня. Я ведь не знал, в чем обществе я имею честь находиться. Не в моих правилах оскорблять даму, а тем более такую, как вы, чьи исключительные достоинства требуют исключительного уважения. Я и не думала услышать грубость от джентльмена с такой наружностью. Я готова была приписать неудачное слово досадной случайности, а никак не желанию оскорбить меня. Конечно, сударыня. Я не знаю, как благодарить вас за ваше лестное мнение обо мне. Смею вас заверить, что все эти преследования, в злостной несправедливости которых вы верно уже убедились, ничто по сравнению с теми опасностями, которыми я готов подвергнуть себя за счастье знакомства с вами. О. Я надеюсь, что в ваших глазах я уже оправдан. Я уверена, что все это шутка. Ну что же, душечка, у вас есть какие-нибудь улики против этого джентльмена? Да вот женщина никак не решится придать его вину огласке, но все же я надеюсь, что, оставшись с ней наедине, я кое-чего добьюсь от нее. Мистер Констебль, уведите арестованного. Позвольте. Нет, подождите! Да по всему уже видно, что это порядочный человек. Я беру его на поруки.
пока вы не подберете более веских улик. Сударыня. Сударь, я прошу вас отпить у меня чашку чая. Сударыня? Прошу вас. Миссис Гвизу. Констебль, вы мне не понадобитесь. Констебль! Я ваш милый. Куин! Сударь! Уйдите отсюда! Слушаюсь, сударь. Оставшись с Лоретой наедине, судья достает потрепанный молитвенник и благочестиво возводит глаза к небу. Дитя мое, послушайте, вам следует принести присягу, даже если вы не знаете точно, что именно произошло. Законы должны быть суровы, и для пользы общества лучше, чтоб пострадало 10 невинных, чем один виновный ускользнул бы от правосудия. Поэтому долг всякого честного человека – жертвовать своей совестью для блага общества. Вы предлагаете мне быть лжесвидетельницей? Боже упаси! Ни за что на свете! Я ведь не хуже вашего знаю, чем это пахнет. Но ведь вы сами признали, что он пытался вас обесчестить. Нет, сударь, он... А тот, кто пытается нанести нам обиду, уже нанес ее в сердце своем. О, да вы, я вижу, настоящий иезуит. Но не трудитесь дальше. Это бесполезно, уверяю вас. Я понимаю ваши колебания. Вы боитесь испортить себе коммерцию. А что, душенька, давно вы занимаетесь этим ремеслом? Я не понимаю, что вы хотите сказать, сударь. Крошка! Ты совсем зелененькая. Этим-то ты мне и нравишься. А ведь ты примиленькая, право. Как прискорбно сознавать, что тебе уже не вернуться на праведный путь. Поцелуй меня. Сударь! Но не жеманься, сударь, со мною. Клянусь, в тебе столько же прелести, сколько благоухания в розе, а во мне столько же любви, сколько шипов на ее стебле. Мистер Сквизм! Да вы никак сами хотите прибегнуть к насилию. Видишь ли, если бы я мог надеяться на твое постоянство, я бы взял тебе на содержание. Давненько мне никто так не нравился, как ты. Ой, что мне делать? Буду поддакивать старому плуту. Ну, так как же? Обещаешь быть верной своему покровителю? Возьми этот кошелек для начала. Ты согласна? Да, сударь. Я веселая девчонка, у меня одна юбчонка, но порою я богаче тех, кто рядится в шелка, потому что старый клячет далеко до рысака. А того не скучает со мной. Уйди, мой. Капитан и солдат молодой. Уйди, старый стряпчий, юный лекарь, полицейский, аптекарь, подвыпивший моряк. Вот так. Мне завидуют купчихи, потому что ночью тихой к моему окну крадутся их распухшие мужья. А когда в любви клянутся, не могу не верить я.
солдат молодой. Старый стряпчий, юный лекарь, полицейский аптекарь и подвыпивший моряк. Вот так! Подожди! 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 Ой, 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 ой. Подожди, 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 жена идет сюда, жена. Оставь моему писарю адрес, куда бы я мог прислать за тобой. Ты убедишься, я буду идеальным папашей, щедрым и преданным. Поистине прелестные качества в любовнике. Бутончик, ты убедишься, что я в 1000 раз лучше всех твоих молодых сорванцов. Ну смотри же, не запаздывай. Приходи на свидание минута в минуту. Уже будьте покойны. Адье, моя красотка, я так и сгораю от нетерпения. Прелесть, что за девчонка, прелесть. Если мне удастся ее заполучить, да еще заставить расплачиваться этого задиру, я буду воистину премудрым судьёю. Ибо надо стремиться, чтобы другие расплачивались не только за свои прегрешения, но и за наши. Ну что, сударь, намерена дама принести присягу? Трудно сказать, каковы ее намерения. Она решила и спросить совета у священника и у адвоката. Плохо мое дело. Дело и впрямь щекотливое. И чем скорее мы его уладим, тем лучше. Мне тяжело видеть джентльмена в такой беде. Мне также весьма прискорбно сознавать, что мы живем в столь развращенный век. Нет неподкупных людей, все продажны. Такой развращенный век. Короче говоря, сударь, выкладывайте деньги, 200 фунтов, чтобы тут же и покончить. А то же неизвестно, как оно все обернется. Да у меня нет денег, сударь. Не может того быть, чтобы у порядочного человека при себе не было бы такой мелочи. Очень даже может быть. Я знаю уйму порядочных людей, у которых и 3 медиков не наскребется. Тому, кто решил жить честно, нельзя не спознаться с нуждой. Джентльмены, бедность, извините, сударь, это даже как-то не вяжется. Джентльмен без денег, это все равно, что ученый без знаний. Сейчас можно еще все уладить за небольшую сумму, да. Но придет время, когда и всего вашего состояния не хватит, чтобы расплатиться. В деле правосудия, так же, как в хирургии, час промедления грозит роковыми последствиями. Ладно, уговорили. Я принимаю ваше предложение. И вы не пожалеете об этом. Я уверен, вы поймете, что я ваш лучший друг. Да, я это уже понял. И в доказательство обращаюсь к вам с просьбой, с которой обращается только к самому близкому другу. Не дадите ли вы мне эти деньги взаймы? Что? Я говорю, не дадите ли вы мне эти деньги взаймы? Вы только тогда оцените хорошее обращение, когда познакомитесь с дурным. Что ж, сударь, если вы не богач, и у вас нет золота, чтобы платить за свои прегрешения, вам придется расплачиваться за них, как бедняку, страданиями. Эй, констебль! Уведите арестованного. Держите его в заперти до дальнейших указаний. Сударь, если в течение 2 часов вы одумаетесь, пошлите за мной, потом будет поздно. Послушайте, мистер судья, вы бы лучше отпустили меня по добру, по здорову, как велит закон. Попробуйте его нарушить, и вы увидите, что я умею мстить. Пусть меня повесят, если я лгу. Повесят-то вас повесят, вы даже сами не подозреваете, сколько истины в ваших словах. Ух, старый лиходей! Была бы моя воля, я бы так тряхнул твои старые кости, что они как мусор посыпались бы из твоей дряхлой поганой шкуры. Джентльмены, я призываю вас всех в свидетели. Мне нанесено оскорбление при исполнении служебных обязанностей. Почтенный мистер констебль, уведите меня подальше от этой скотины. Прошу вас. Фу. Боюсь, что из этого молодца так ничего и не выжмешь.
Я думаю, отпустить его. Ни в коем случае. Я уверена, что у него есть деньги. Да я и сам так думаю. Но что поделаешь, если он не желает с ними расстаться? К сожалению, еще нет такого закона, который бы дозволял судье грабить людей открыто. А все же помаринуйте его еще. Не отпускайте нынче. Возможно, мне удастся добиться большего, чем вы думаете. Верно, верно, дорогая. Я не сомневаюсь в ваших способностях. До свидания, душечка. А 100 гиней, мой милый, вы забыли? 100 гиней забыл? Уж будьте покойны, я их не забуду во веки веков. Пойдем со мной. Ну, если ты решил отправиться в преисподнюю, любезный муженек, я дам тебе в дорогу прелестные рожки, чтоб тебя нельзя было отличить от самого дьявола. Этот очаровательный сорванец должен быть моим во что бы то ни стало, и он будет моим. Тра-ла-ла-ла-ла-лам, тра-ла-ла-ла-ла-лам, тра-ла-ла-ла-лам. И миссис Сквизм, полная самых радужных надежд, отправилась на торги. А где же наша героиня? Где и Лоретта? И Лоретта снова идет по лондонским улицам. Она ищет своего возлюбленного Константа. И кто знает, сколько пришлось бы бродить Лоретте по городу, встречая на каждом шагу новые опасности, если бы на одном из людных перекрестков она не увидела плачущую Клариду. Та сообщила своей госпоже ужасную новость. Констант в тюрьме. Он арестован по обвинению в насилии. И судить его будет сам судья Сквизм. Но и Лоретта не верит обвинению. Уж она-то знает, что такое Сквизм. Если он обвиняет человека, значит, человек честен. Собрав последние силы, и Лоретта спешит к темнице Константа. Возлюбленной нашей героини томится в тесной каморке на чердаке дома констебля, увешанной для устрашения арестантов кандалами и орудиями пыток. Грустные размышления Константа прерывает появление нового заключенного. Вот так чудеса, рыбу! Констант, дорогой мой! Какой ветер пригнал тебя к Англии? Какой дьявол занес тебя сюда, констеблю? Я спас на улице какую-то незнакомую девицу. Да. А она в благодарность присягнула, что я пытался ее бесчестить. Уверяю тебя, и я не виннее грудного младенца. Ну, расскажи мне, что делал ты после того, как оставил службу в Ост-Индии и вернулся сюда? Особых приключений не было. Служил, пока не сократили армию. Так. А с тех пор разделяю судьбу тех несчастных солдат, которым дали отставку, допустили нищими в красном мундире. Да, таково свойство солдатской одежды превращаться в лохмотье. Наши храбрые солдаты уже привыкли возвращаться с потрепанными знаменами и в рваных мундирах. Знамена вывешивают в городской ратуши, а солдата по приказу той же ратуши сажают за решетку. Да, в тюрьмах, слава богу, всегда найдется местечко для нашего брата. Опять от берега вдали мы бродим по морям. И лишь ветра родной земли ласкают сердце нам. Пусть ворчит и злится море вновь, грызаясь парус силой штормовой, сквозь сотни бурь мы пронесли любовь. А мытою соленою волной, волной, волной. Расскажи мне, Рэмбл, что тебя заставило покинуть твою Индию? Что? Да то же, что и погнало меня туда, и ради чего я вернулся. То, чем я дышу, ради чего живу, женщина. О, женщина? Да, женщина. Молодая, красивая, богатая. Ну, а как же она зовется? Да так и зовется. Миссис Рэмбл. Как?
ты женат? Да, Констант. Ну, поздравляю тебя, Рэмбл. Но погоди, я ведь тебе не все рассказал. А что? Я покинул корабль, на котором находилась моя супруга, так как меня пригласил на обед капитан другого судна нашей флотилии. Но в это время поднялся внезапный шторм, я потерял ее корабль из виду, и с тех пор о ней ни слуху, ни духу. Сварите пунш, да не жалейте рома, и пусть он будет горячим, как ад. Это Сотмар, бывалый моряк, коренастый, грузный, с открытым добродушным лицом. Да, мы забыли рассказать вам о том, что Рэмбл покинул Сотмара и его приятелей как раз перед тем, как судьба столкнула нашего героя с Элоретой. Друзья тщетно уговаривали Рэмбла не бросать компании, и теперь, видя друга в такой беде, Сотмар не может сдержать своей досады. Вот ох, они где, Сотмар, эти любители женского пола. А? Ну, что же вы приуныли, голубчики, а? Рэмбл, что ж ты молчишь? Ни словечко во славу женщина. Еще одно обидное слово о женщине. Мы перережем тебе глотку и подарим судье еще одно уголовное дельце. Пусть судит нас за убийство. Женщины – это моя религия, и я их верховный жрец. О, помилуйте, но человек оставляет своего лучшего друга беспечным и невредимым, а наутро находит его на краю гибели. Ну как тут не ворчать после этого? Где она, эта женщина? Я отомщу ей. Ну какое обличье принял дьявол на этот раз? А, очень соблазнительная, Сотмар. Она божественно сложена. Чудо, как деликатно. А глазки? Прелестнейший ротик. Губки пунцовые, как вишня, а грудь... Дайте ему любую женщину, и он сделает из нее ангела. Ну вот что, Сотмар, будем говорить так. Ты согласись, что она хороша, а я сделаю тебе уступку и признаю, что она просто-напросто дреннейшая. Пустите меня! Пустите меня! Констант! Илоретта! Неужто нас обоих посадили сюда за одно и то же? И ты не отвернулась от человека, обвиненного в таком злодеянии? Ой, я и мысли не допускаю справедливости этого обвинения. Черт побери, да ведь это не как возлюбленная Константа. Ну теперь пойдет кутерьма. Что, это и есть та самая дама, которая оказала тебе вот эту услугу? Ну что ты, ведь это порядочная женщина. Сходство, однако, поразительное. Вы верно попали в ту самую потасовку на Лестерфилде, которая разлучила меня с моей служанкой. Да, это там постиг меня несчастный случай, как раз когда я направлялся на свидание с вами. Тогда, стало быть, эта почтенная невеста Константа, чума ее возьми. Ой, со мной тоже чуть было не приключилась беда. И я должна благодарить вот этого джентльмена за свое избавление. Сударыня, я ваш покорнейший слуга. Так это были вы? Так это тебе, дорогой друг, я обязан всем своим счастьем. Чем я отблагодарю тебя за такую услугу? Фух, ну, пустяки. Твоя дружба – моя лучшая награда. Я твой должник навеки. Самая ничтожная услуга, оказанная этой даме, для меня значит больше, чем вся вселенная. Я был готов и не на такую услугу, если бы она ее приняла. Я рада узнать, что мой избавитель оказался другом мистера Константа. Дорогая Лорет, расскажите же мне все по порядку. Я никогда не устану слушать рассказы о благородстве моего друга. Хорошо же. Слушайте. Сударыня! Что? Сударыня, ведь вы были тогда вне себя от страха и вряд ли в состоянии рассказать все наше дело достаточно связно. Нет, нет. Позвольте поэтому мне рассказать капитану Константу все наше приключение, раз уж он хочет все знать. Так вот, только я расстался с Сотмаром, как вдруг я услышал молодой женский голос, зывающий о помощи. Мне показалось, что кричали... Я, конечно, не могу утверждать этого, что кричали «Спасите!», меня хотят обесчестить. Как? Я ринулся туда, где кричали, и обнаружил эту даму
в объятиях какого-то грубияна. Ну, такого наглеца еще свет не видал. Да-да, удивительно наглый малый. И при этом трус. Стоило мне появиться, как он выпустил из рук свою жертву и исчез в одно мгновение. О, дорогой Рэмбл, что ты для меня сделал? Да ну, стоит ли об этом говорить? Я не задумываясь бы оказал эту услугу любому другому. Ну, слушай дальше. Подошедшие на шум стражники, не удовлетворившись объяснениями вот этой дамы, задержали нас и отправили на утро к судье с квизом. А судья, несмотря на все ее заверения, припроводил вашего покорного слугу сюда, где я имею счастье наслаждаться вашим прекрасным обществом. Бесценный друг, да не спошлет мне небо случай оказать тебе подобную услугу. Не дай бог. Уж готов, джентльмены? Пожалуйте ко мне вниз, располагайтесь в моем доме, как в собственном. Пока у тебя льется пунш рекой, мне никакого другого дома не надо. Пошли. Пойдем. Небольшое дельце, капитан. Да. Тут пришла миссис Квизм так. И желает поговорить с вами наедине. Так попросите ее подняться. Слушай. Фух, благополучно выкарабкался из одной истории. Нос. Теперь займемся миссис Квизом. Нетрудно догадаться, чего ей от меня надо. О, но ничего, мысль о предстоящей свободе поможет мне. Вас должно быть удивит, капитан, что у меня такое доброе сердце. Вы видите, я не только ходатайствую за вас дома перед моим супругом, но и навещаю вас в заточении. Когда мне представляется, что невинный человек страдает понапрасну, я не могу не испытывать к нему самой сердечной жалости. Сударыня, я не знаю, как мне благодарить вас за ваше доверие ко мне. Вы вполне заслужили его, сударь. Для чего, по-вашему, нынче утром я рискнула остаться с вами наедине? Я полагаю, из человеколюбия, сударыня. Нет, нет, сударь. Я просто лично хотела убедиться, таковы ли вы на самом деле, как вас расписывает молва. Я увидела, что самая добродетельная женщина не могла бы требовать от мужчины большей скромности, учтивости, благовоспитанности, большего смирения, сударь. Вы оказались до того скромны, что я и представить себе не могу, чтобы вы были способны совершить преступление, в котором вас обвиняют. Сударь, сегодня утром вы произвели на меня столь благоприятное впечатление, что я решилась довериться вам еще раз. Такому джентльмену, как вы, я бы смело верила свою честь, где бы мы с вами ни встретились. Сударыня, вы смело можете довериться мне, где бы мы с вами ни были. И я обещаю вам, что всегда и всюду буду держать себя с вами, как подобает самому благовоспитанному джентльмену, самой благовоспитанной дамой. Сударь! Я клянусь вот этой нежной ручкой, этими алыми губками, ах, и миллионом прелестей, заключенных в вашем драгоценном теле. Я не понимаю вас, сударь. Я и сам себя не понимаю. Язык бессилен, и самый ум постичь не может. Сударь. Нет, нет, только сердцем можем мы предчувствовать те наслаждения, которые готовит нам любовь. Клянусь! Нет, ни клятвы, ни сопротивления уже не помогут. Оттолкнув гостю в дальний угол комнаты, Рэмбл подбегает к дверям и незаметно для миссис Сквизм принимается стучать каблуком об пол. Насмерть перепуганная миссис застывает в величайшем смятении. Я погибла! Не бойся ничего, дорогая. Что мне делать? Делай, что тебе подсказывает сердце. Пустите меня! Нет! Пустите Нет! Меня! Не могу же я с тобой расстаться! Я дам вам знать о себе через полчаса. Нет. Вам предоставят свободу. О, свободу? Свободу. И я назначу вам место для свидания. Значит, я могу на вас рассчитывать, сударыня? Да, да. Прощайте. Не провожайте меня. Я проскользну черным ходом. Прощай, мой ангел. Фух, фух. Фу-ху-ху.
Ну, кажется, мои дела начинают принимать недурной оборот. В следующий раз, когда меня привлекут к суду, мне удастся откупиться от судьи его же денежками. Ого! Что это? Послушай, Рэмбл, какую штуку придумал наш ангел-хранитель. Ну-ну. Теми же сетями, которыми накрыл и опутал нас всех почтенный судья, да, мы опутаем его самого. Сотмур тоже сыграет свою роль в нашем деле. Ну, а нельзя ли обойтись без него? Почему? Да ему попадется по дороге бутылочка бургундского, и вся наша затея сорвется. Ну, нет, я не предам вас даже за самое лучшее бургундское, какое только существует во всей Франции. Эта дама осушила сейчас со мной целую чашу пунша, вы понимаете? Целую чашу, и тем завоевала мое сердце. Я горжусь победой над человеком такого высокого ума, как мистер Сотмур. Ого, Констант, еще один такой комплимент, и тебе придется ревновать, твою милую. А, пожалуй, он уже мог бы плеревновать и сейчас. Ой, клянусь всеми радостями, какие нам дарует вино, вы мне нравитесь, сударыня. И если бы по одну сторону поставили бутылку бургундского, а по другую вас, то, ей-богу, я... Ну, я не знаю, кого бы я выбрал. Ну, так расскажите же мне о вашем заговоре. Нет, только не здесь. Пойдемте вниз. Такие секреты должны обсуждаться лишь за торжественным столом заседаний. Стакан замыкает человеку уста. Поднимем наши чаши и осушим их до дна. Так поднимем наши чаши и осушим их до дна. А пока наши друзья готовили заговор против Сквизма, почтенный судья тоже не терял времени. Ночью под проливным дождем пробрался он к своему секретарю Куиву, никак не ожидавшему увидеть в этот час своего благодетеля. Мы можем смело утверждать это, так как Куил встретил судью на крыльце в длинной ночной рубахе и ночном колпаке. Сударь! Куил, сударь? На тебя можно положиться? Конечно, сударь! Я знаю. Короче говоря, Куил... Я подозреваю свою жену. В чем, сударь? Боюсь, что не меня одного она удостаивает своей благосклонностью. Ай-яй. И что я с некоторых пор состою в почтенной корпорации рогоносцев. Тогда ваша милость принадлежит к самой обширной корпорации в Англии. Да, но рога приносят мужчине одно преимущество. С их помощью он может выставить свою жену за дверь. Преимущество немалое, сударь. Да, но для того, чтобы воспользоваться этим преимуществом, недостаточно того, чтобы сам рогоносец знал о своем позоре. Нужно, чтобы его позор стал публичным. Так, так вот, Куил, я и решил обратиться к тебе, так как у тебя есть возможность наблюдать за моей женой. Если нам удастся поймать ее с поличным, ты получишь изряднейшее вознаграждение. Ибо, если я не разоблачу ее, так она разоблачит меня. Так. Оплатить ей вечно, чтобы она держала свой язычок за зубами, значит разориться в конец. Чтобы заткнуть рот женщине, никакого золота не хватит. Я постараюсь быть как можно усерднее. А я, возможно, щедрее, если ты добьешься успеха. Да. Ты отнес мое письмо? Отнес, ваша милость. Оставил в кофейне. Так распорядилась та дама. Отлично, отлично. Ну нет, почтеннейший судья, на такую приманку я не поддамся. Твоя жена заплатит мне гораздо больше за такую же услугу. К тому же я человек чести и давно состою при госпоже для особых услуг. Пойду-ка я к ней и раскрою весь заговор.
Ведь если ее выгонят из дома, с этим скупердяем мне будет не сладко. Он так жаден, готов жить со свету всех мошенников, кроме себя самого. Кроме себя самого. Судья Сквизма не подозревал, какую ловушку готовят ему и Лоретта, и ее друзья. Рэмбл, освобожденный из тюрьмы по настоянию миссис Сквизм, показал ей любовную записку ее супруга, адресованную Лоретте. А сама Лоретта отправилась в кабачок «Орел» на свидание к судье. И когда Сквизм, оставшись с Лореттой наедине, принялся настойчиво добиваться ее благосклонности, из бочки, стоящей в углу, неожиданно для судьи появился Сотмар. Ба! Что за чертовщина? Никак судья Сквизм собирается обесчестить девицу. Заклинаю вас небом, сударь, помогите бедной, одинокой, несчастной девушке. Этот злой человек коварно соблазнил меня. О, Господи! Стыдно, мистер Сквизм. Судья, блюститель закона, а сами же его нарушаете. Жальтесь, сударь, надо мной, схватите его. Если только закон распространяется на судей, я добьюсь, что этого негодяя повесят. Сударь! Если есть правда на земле, я невинен. Да будь ты хоть трижды невинен, это тебя не спасло бы. Виселице так редко достается законная добыча, что только попадись ей, не выпустить. И вы смеете утверждать, что вы невиновны? Да вот свидетель. Вы думаете, он не видел, как вы дерзко оскорбили меня? Да, я готов присягнуть, что было совершено насилие. Теперь я вижу, меня предали. Я попал в свою же ловушку. А, понимаю. Сударыня, вы, очевидно, рассчитываете получить с меня деньги. Я ведь слишком хорошо знаю законы и потому не стану спорить. Надеюсь, вы будете благоразумны в своих требованиях ко мне. Я ведь беден, очень беден. С моей честностью не больно ты разбогатеешь. Сударь, никакие миллионы не способны приостановить мое мщение. Вас повесят в назидание другим. Ах ты, негодяйка! Ах ты! Жестокая, жаждет крови, когда я ей предлагаю золото, ведь золото-то и есть моя кровь. Ну, я пойду за слугой, пусть позовет констебля. Стойте, стойте, сударь. Констебля! Погодите, сударь. Голубчик, я вам дам 100 гиней. А вспомните, как вы обошлись нынче утром с 2 джентльменами. Но я отомщу за них. Сударь, пошлите же за стражей, прошу вас. Одного я из них освободил, а другого немедленно прикажу высвободить. Но вот если вы мне обещаете начать новую жизнь, я похлопочу за вас перед этой дамой, чтобы она вас отпустила, но только после того, как вы отпустите ее друзей. Я сделаю все. Сударыня, будьте на этот раз милосердны. Жальтесь над этим несчастным, над этим заблудшим служителем правосудия. Сударь, я не в силах в чем-либо отказать вам. Дайте мне перо и чернила, я тотчас за ним пошлю и прикажу его освободить. Эй, послушай, любезный! Принеси сюда перо, чернила и бумагу. Живо! И у тебя хватило бы совести присягнуть против меня, бедного старика. В самом деле, это было бы немного жесток, сударыня. Неужели у вас хватило бы духу смотреть, как болтается на виселице этот мешок с костями? Ну вот, перо, чернила и бумага. Пишите же, сударь, скорее приказ об освобождении того джентльмена. Пишите, это же и вам вольная. Вы так блестяще провели это дело, сударыня, что я наконец-то уверовал в женский ум. Уж если пошло на каверзу, мистер Сотмар, положитесь на женщину, не подведет. Вот, сударь, письмо. Оно доставит сюда джентльмена, о котором вы так хлопочете. Эй, послушай, любезный, доставь это письмо по назначению. Живо! Сударь, возьмите назад кошелек, который вы мне давеча подарили.
Пусть я кое в чем и обманула ваши надежды, но вы получите то, чего вы никак не ожидали. Ваши собственные деньги, сударь. Я не прикасалась к ним, поверьте. Ну что ж, и на том спасибо. Леди и джентльмены, прошу всех занять места. О, проклятие! Возьмите каждый по стакану. Давайте же усядемся, друзья, и будем поджидать нашего приятеля, как это подобает добрым людям. Садись же, старый кабачик, садись, торговец законами. Пей со мной, старина, и если ты хоть каплю оставишь на дне, тебя отправят в тюрьму, клянусь вот этой бутылкой. Вы слишком щедры, сударь, право, я боюсь охмелеть. Люблю видеть пьяного судью. Когда правосудие пьяно, оно не способно брать взятки. А вы забыли, как афиняне карали судей за пьянство? А мы не афиняне, и такого закона у нас нет. У нас за грешки привлекают только бедных людей. Только низшее сословие. У кого нет своей кареты, чтобы добираться домой, и думать не смей напиваться. Позволь мне дать тебе один хороший совет. Впредь не суди так строго честных сорванцов. Славных ребят посадил ты сегодня за решетку. Тех двоих. Но пусть это будет в последний раз. Будь беспощаден, если хочешь, с шулерами, мошенниками. Но если ты еще раз прикажешь схватить кого-нибудь из моих друзей, знай, я тебя заставлю не только пить из бутылки, но и съесть бутылку. Твое здоровье! Пей! Так это ж хуже тюрьмы. Пей! Да, да, да. Надеюсь, что ты станешь честней. Эй, мальчик, еще вина! Поднимем наши чаши и осушим их до дна. Да, поднимем наши чаши и осушим их до дна. Счастье мое. Констант, душа моя, поздравляю тебя с освобождением. Дорогой друг Сотмар, так это тебе я и обязан своей свободой. Эй, мальчик, еще вина! Что? Полиция! Джентльмены, правосудие прежде всего. Мистер Констебль, исполняйте ваш долг. Эй, вы, стража! Сюда! Здравый. Я обвиняю эту женщину, этого мужчину в намерении принести ложную присягу против меня. Именем короля хватайте их. Сопротивление бесполезно, джентльмены. В другой раз, когда кто-нибудь при вас будет посылать письмецо, полюбопытствуйте, что в нем написано. Мерзавец! Ну и подлюга! Даже вино бессильно внушить тебе понятие о чести. Обратите внимание, джентльмены, на слова и выражения, которые употребил арестованный. Ну уж погодите, я с вами разделаюсь со всеми. По всей строгости законов. Введите их. Позвольте лишь на прощание сказать два словечка судье. Пусть небо не спошлет на тебя целый ливень прокисшего пива. И пусть твое поганое тело сгниет в нем, как уже сгнила твоя душа.
кромешной мгле лежит наш путь, туман грозит бедой. Но может быть, когда-нибудь вернемся мы домой. Идите! И так и Лоретта, и ее друзья снова попали в руки правосудия. Их снова ведут под конвой, только на этот раз к дому королевского судьи Уорти, а не Сквизма. Сквизм выступает теперь в роли потерпевшего. Судья Уорти, седой благообразный старичок с пухлыми детскими ручками, не ожидал посетителей в этот поздний час. Он беседовал со своей сестрой Изабеллой, которая рассказывала ему о благородном джентльмене, спасшем ее от насильника. Неожиданно перед ним появился разъяренный Сквизм и принялся излагать историю преступления. Вот, мистер Уорти, женщина, которую я обвиняю в гнуснейшем поступке. Да? Дело было так. Я получил письмо, написанное незнакомой рукой. Так. В нем меня просили прийти в определенный час в одну харчевню. Да. Ну, руководимый единственно чувством сострадания, я откликнулся на просьбу и пошел в назначенное место. Да. Там я застал вот эту женщину. Она была одна. Обменявшись со мной несколькими словами, да, она с громким криком бросилась на меня и пыталась мною овладеть. На ее крик явился вот этот человек. Оба они с угрозами приступили ко мне, требуя немедленного освобождения вот этого человека. А также еще одного, которого я задержал за особенно гнусные противозаконные действия. В случае моего отказа, сударь, эта женщина грозила присягнуть, что я бесчестил ее. Все то, что я вам рассказал, мистер Уорти, сущая правда. И я готов подкрепить свои показания присягой. И мы готовы присягнуть. Женщина, что вы имеете сказать в свое оправдание? Судя по вашей наружности, я никак не подумал бы, что вы способны на такие дела. С какой же целью вы угрожали ему? Я хотела его припугнуть, чтобы добиться освобождения двух джентльменов, беззаконно задержанных им. Одного из этих джентльменов обвиняют в покушении на меня, хотя я и не думала его обвинять в этом. В покушении на вас? Я начинаю бояться, что его и в самом деле напрасно обвинили. Насколько я могу судить, сударыня, вы себя в обиду не дадите. Стойте, стойте, мистер Уорти. Мы сейчас исследуем ее темное прошлое. Что-то так? Позовите сюда капитана Брейзенкорта. Капитана Брейзенкорта? Брейзенкорта! Капитана Брейзенкорта! Что вы можете сказать по поводу этой прекрасной леди, мистер Брейзенкорт? Я содержал ее в течение 6 месяцев. Однако мне пришлось ее выгнать. Она украла у меня молитвенник, 2 пары чулок и 4 рубашки. Позовите сюда! Все ясно и так. Отныне я даю зарок
не доверяться невинному личику. Мистер политик, идемте, мистер политик. Вот ваша дочь. О, действительно, это она, дитя мое бедное. Мистер политик, ваш слуга. Мне только нужно отправить вот эту женщину в тюрьму, и я весь к вашим услугам. Хороши ваши услуги, сударь, отправлять мою единственную дочь в тюрьму. Вашу дочь, сударь? Да, сударь, мою дочь, сударь. Отец! Дитя мое! Отец! Думал ли я дожить до такого несчастья? Возможно ли? Возможно ли, мистер политик, чтобы вот эта молодая особа была вашей дочерью? Возможно, сударь. Это так же возможно, как то, что турки могут оказаться в наших краях, тут, в Европе. Где эта звезда правосудия? Где этот доблестный блюститель закона? Гроза порока, бич преступлений. Миссис Квизм? Знаком вам этот почерк, сударь? Не вы ли здесь назначаете кому-то свидание? Благородно, нечего сказать, назначать свидание с дамой, а потом тянуть ее к суду. О, моя злосчастная судьба! Но в чем же дело, миссис Квизм? Мистер Уорти, у вас я верно найду сочувствие. Я имею несчастье быть женой человека, который столь же позорит свое высокое звание, да, сколь вы украшаете его своей добродетелью. Он, сударь, он один во всем виноват, а те, кого он обвиняет, невинны. Я, право, не знаю, что и подумать. Сударь, этот человек, этот палач правосудия, это величайший злодей, какой существует на свете. Вчера вечером я был на веселе. Да? Я хотел полюбезничать с этой дамой. Ага. Констебль схватил нас обоих. Да. И вот из-за меня она теперь терпит все эти унижения и горести. И все это для того, чтобы выманить у нас 200 фунтов. За эту сумму он обещал выпустить нас на волю. Послушайте вы, сударыня, как бы я вас не отправил в сумасшедший дом. Я и здесь сорву все ваши планы. Весь свет узнает, как вы подговаривали мистера Куила устроить развод со мною. Вы развод получите, не беспокойтесь. Да только не такой, о каком вы мечтали. Умоляю вас, мистер Уорти, нет, не слушайте больше. Нет, позвольте. Сударь, прочтите это письмо. Будьте добры. Ведь он писал его этой даме, которую теперь обвиняет. Розанчик мой, моя дорогая малютка, жду тебя в кабачке «Орел» через полчаса. Надеюсь, что после моего сегодняшнего подарка ты не захочешь обмануть преданного тебе отныне и навеки веков. Мистер Сквизм, вы автор этого письма? Да нет, сударь. Готов принести присягу. А я присягну, что это его рука. Я тоже. Я у них служил целый год и отлично знаю его почерк. А я относил его письмецо к этой даме. Ну что ж, судья, ну неужели ты и сейчас не видишь, что она ни в чем не виновата? Даю тебе слово честного моряка. Она хотела только припугнуть судью и добиться освобождения ни в чем не повинного капитана Константа. Капитана Константа? Ну да. Сударь, ваше имя Констант? Вашим услугам, сударь. Пригласите, пожалуйста, сюда мою сестру. Вы представления не имеете, как я обязан вам. Мистер Уорти, не тратьте зря время. Выписывайте ордер на арест, да и дело с концом. Сестра, сестра, вы знакомы с этим джентльменом? Знакома ли я с капитаном Константом? Да. Счастье знакомо! Благодарю вас, сударь, за ваше рыцарское вмешательство. Изабелла, дорогая моя! Кто? Боже мой, это он! Кто? Мой Рэмбл! Да! Ой, это жена Рэмбл! Рэмбл, какая счастливая звезда уготовила нам эту встречу! Признаться, минуту назад эта счастливая звезда казалась мне чертовски зловредной звездой. Сударь, сударь, сударь. Да.
я счастлив породниться с вами. Ваша супруга моя сестра. Что? Да. Братец, велите схватить вот этого человека. Свидетеля Брейзенкорта? Меня? Да-да, ведь это от него ты спас меня, капитан Констант. О, будьте снисходительны ко мне, ваша милость. Я нанял этого лжесвидетеля по приказу моего хозяина. Немедленно схватить этого лжесвидетеля. Но прежде всего... Судью Сквизма! Судью Сквизма! Тащите сюда! Вы еще раскаетесь в том, что не решили это дело в мою пользу! Вы меня не запугаете, сударь. Констебль, я вас вижу. Немедленно отведите их вниз и дожидайтесь меня. А я буду следовать за тобой, как твой демон, пока правосудие не покарает тебя. Я до сих пор не могу прийти в себя от всей этой мерзости. Мистер политик, то, что моя сестра рассказала о поведении капитана Константа, позволяет мне утверждать, что, несмотря на некоторые неравенства состояний, лучшей партии для вашей дочери и пожелать нельзя. Тем более, мистер политик, что капитан Констант на редкость тонко разбирается в политике. О! Человек с такими интересами в жизни никогда не пропадет. И предсказать невозможно, что ждет его впереди. Обнимите друг друга, дети. Вот вам, мистер Уорти, утеки старости. Ну, дайте же я вас обниму на радостях, друзья мои. Сегодня я впервые встретил двух очень милых женщин. И обе они достались моим друзьям. Я, конечно, не могу рассчитывать на ваше милое общество в ближайший месяц, друзья. А вот уж судье придется прогулять сегодня со мной ночку, а? Пойдем же, честный судья, ведь вот какой нынче денек. Я даже набрел на честного судью. Да полноте, сударь. Вы, мне кажется, и так достаточно праздновали сегодня. Что вы, сударь? Успокойся, Сотмар, мы воздадим тебе должное. Поверьте, мистер Уорти, что, несмотря на все его пристрастие к вину, да? Свет не видывал более честного малого. Джентльмены, прошу вас пожаловать ко мне завтра, чтобы отпраздновать этот счастливый день. Я со своей стороны приму все меры, чтобы вознаградить вас за перенесенные вами обиды. А злодея всенародно наказать, ибо судья, нарушая законы, тем самым поощряет преступников. А закон не только для простых людей. Он писан также для судей. Тут Изабелла ввела в комнату и Лоретту, успевшую переодеться в белоснежное свадебное платье, то самое, что Клорида носила в своем узелке. И друзья... Изабелла, Рэмбл и Лоретта, Констант и Сотмар покинули, наконец, дом Уорти. Они шли по улицам Лондона свободные, счастливые, без грозного конвоя и вышли к Темзе, над которой сквозь туман пробивались первые лучи солнца.